ростовчане. Ну что, вот мы и дожили с вами до конца этой для кого-то тяжелой, для кого-то не очень рабочей недели. Впереди выходные, кстати, предпоследние этим летом. А куда собираетесь на них отправиться? Может быть, на последнее свидание с морем? Ну, говорят, уже вода не прогревается, там прохладно. Ну, или на рыбалку, да? Ну, можно, да. Я пару дней назад вам это советовал, да? В принципе, условия намечаются хорошие. Но дам вам еще одну альтернативу на выходные. Ну, можно просто прогуляться по нашему прекрасному городу, прокатиться на велосипеде, на самокате, ну, просто пешком. Ну, и, конечно же, по дороге забежать на ЦГБ за шаурмой. Без этого ростовчанин не ростовчанин. Погодные условия на выходных будут максимально комфортными, ну если сравнивать с плюс 35, конечно. В субботу, правда, еще периодически будет капать дождик, а вот в воскресенье и понедельник на небе появятся только облака. Туч мы не увидим. Ветер на протяжении 3 дней сильно разгоняться не обещает. Диапазон скоростей от 1,5 до 4 метров в секунду. Температурный режим тоже вызовет только приятные эмоции. В субботу на уличных термометрах в тени до 26 градусов. В воскресенье и понедельник столбики доберутся до отметки плюс 29.